Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Далее я расскажу о том, как выделить личное имущество, если один из супругов стал недееспособным. Моего мужа признали недееспособным. За период брака мы накопили приличную сумму денег, около 1 000 000 рублей, но они были на счету мужа. Сейчас органы опеки мне не разрешают снять эти деньги, так как это нарушает интересы подопечного. Я говорю, что деньги общие, но они и слушать не хотят. Что делать в такой ситуации? Юридически на сегодняшний день денежные средства принадлежат вашему супругу в полном объеме. Но так как вы нажили их в браке, у вас есть основания признать их общей собственностью супругов и выделить свою долю. Для этого необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о разделе имущества супругов и взыскании в вашу пользу половины суммы, которая находится на денежном счете вашего супруга. Данная процедура связана с тем, что органы опеки не будут брать на себя ответственность по распределению денег недееспособного. Поэтому подавайте исковое заявление в суд и получайте положенную вам сумму. Если вы это не сделаете сейчас, то после смерти мужа наследники будут претендовать на всю сумму, и подавать иск все равно придется. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!